то, я думаю. Значит, там была утечка. Разброс дикий, по-моему, если не ошибаюсь. Какой-то на этот пистолет, да? Keep us to the left up here. Да, ясно. Бляху. Да ёб, выбери ты это. Опять эти ублюдки маленькие. Да ёб, какого хрена? Походу, это за скриптом все. Да, нормально. Что эти блевотины отстреливать надо? Блин, да сколько же у нас? Офигенно, гранату, блин. Быстрее, ёб! Офигеть тут. Да, медленный чувак. Достаточно. Блин, только не слом. Как он держится? За автобус, что ли? Не пойму. Он придавил бы нас всех. Если бы держался. Куда мы идем, Джозеф? У меня есть теория. Мы кажется, что мы перемещаемся очень много. Almost as if by someone's will. So it's nearly impossible to get any sense of the geography around here. But the light, Beacon Mental Hospital, it's always in the distance. This thing you found me hooked up to. I've seen it in more than one place. Yeah, so have I. It seems like it's the same exact one, but it's hard to be sure. The thing that I've noticed is that each time I run across one, I seem to be closer to the lighthouse. It could be a coincidence, but like I said, it seems as if there is some intelligence behind it. So you figure we ought to cut to the chase and just head straight for the hospital? Exactly. Nice work, detective. The right side looked like it led more directly toward the hospital. Just, no! Just get us out of here. There's an ambulance there. There might be some kind of first aid. Я уверен в том, что нам не дадут просто так добраться до туда. Так, это до хрена у нас. Ну, давайте пособираем здесь немножечко. Я думаю, нам там дальше горячка будет. Я даже уже слышу, что музыка играет. Такая достаточно напряженная. Походу, да? А, ну вот и первый твой дивизион. Бляхмух. Че, придется дробовиком использовать. Гори. Давай ты загоришься, нет? Не, не горит, тварь. Мам, телочка. Ух, по-моему, нормальная была, да? Так, ну что, нормально, я считаю. Нам дают. Хотя нет, 200-ка это... Нам бы патрончиков. Патрончик. Тут запрятали баночку. А, или это от этого было? Ёп. Валим, 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 валим. Динамит кинули. Вообще их уже охренели, по-моему. Давай-ка мы... Бам! Вот так вот. Блин, ловушку взорвал, а? Ёп! Ах, ты засран. Засранец. Сбываю.
А динамит отбегать. Так. Надеюсь, вы-то без динамита. Ух ты, тварь! Ну-ка, иди сюда. Раз. Давай, давай, иди. Мне надо поближе. Бам! И ты туда же давай, я. А, все, а, нет, он... Да, он дохлый. Жалко, спичку потратил, ну ладно. Там чувачок один. Сейчас мы сделаем вот так вот. Бам. И, по-моему, там снайпер, нет? Зомби. А, давайте-ка бочечку с собой возьмем. Нельзя. Жопошно. Попробуем магнум, по-моему, если шмейсер называется. Но мы им будем... Так, здесь по нулям. А, нет, здесь есть. Бам! Ёп, это же этот. Ха-ха. Там баночку запрятали. Ну, как туда перелезть? Офигеть. Что ж такое, шприцы-то, блин. Уж аптечку использовать? Да, давайте уж полностью установим. Тот же шприц вкалываем, но эффекта больше. Почему-то. Вот. Полная здоровушка. Отлично. Вот о чем еще? Шприцы да шприцы. Правильно. Конечно, правильно. У нас вроде ничего нет, да? Если повнимательнее посмотрим, то кто-то нас запалил. Так, вот там банка вообще есть. Хм. Интересно. Походу там надо обходить. Да, вот он. Сейчас рванет, да? О, да. Так, да, и здесь баночку можно взять и патрон на дробовичок. Все, я надеюсь, все. Так, и все, давай берем, что тут у нас. Кровоостанавливающее вещество. Да, технология. Так, фрагмент. А мне, я спрашивал в комментариях, ну... У людей поспрашивал, нужно, короче, фрагменты эти собирать там, по-моему, в больнице где-то, не помню точно где, по-моему, где-то около сейфов каких-то. Я примерно не знаю, о чем речь. Ой, примерно знаю, где это. Так, ну что, мы сможем пробить ему башку или нет? Или нам придется подходить к нему вплотную? Сейчас мы это узнаем. Где он там? А, вон он. Ой, сейчас машинка рванет, наверное. Так, ну чё? Блин, ни хрена же не видно. Так. Ух ты, ё-моё, а! С ума сойти. Слушайте, что делать-то? Пистолет. Да, походу его не пробить там. Если только... Блях, мух, да какого хрена я же спрятался, ёкарный карась, блин. Не, мне кажется, не вариант, чуваки. Надо попробовать подойти. Тут патрон, мне кажется, трачу. Хотя, знаете, попытка, как говорится...
Да, не, не вариант. Значит, берем пистолет. И бежим. Сейчас перестанет. Надо его с дробаша вальнуть. Не, не вариант, так будет пистолет. Долго, я думаю, валить придется. Блин, броненосный такой чувак. Бронебойный даже. Пули непробиваемый. Кыш! Да, факин, мадафакин. Ах ты. Нормально, чё? Только ни хрена с них не дают, блин. Вообще же оборзели все просто. В край уже. Смотрите, ни с кого вообще не дали. Ну это бред. Так, кстати говоря, шприц. И берем этот. Отлично. Бери спички ты, ёкарный карась. Так, здесь мы уже как-то пропустили или просто здесь было закрыто, я понятия не имею. Охренеть. Да где ж ты, блин? А, вот они. Ну, тупо зажимаем их, и все, нафиг. Давайте падайте, как я. Я ж падал, вы тоже должны падать. Давайте проверим их. А, на кусочки их просто разрубает, и все. Только подствольного никакого нету. Ёпта. Башку, 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 не-не-не, мне динамит кинули. Да. Быстрее нам говорят. А, вон они. Да иду я, иду, ёп. Тогда и пособирать на лица. Нельзя, что ли? Сейчас мы их ослепим или что-нибудь сделаем. Да, давайте-ка.